Там все слово, расскажите, пожалуйста. Все слово, расскажите вы. Протокол уже составлен, правильно? Я вас понимаю. Гражданка Шикалова, протокол начал был составляться, когда гражданка Шикалова была ознакомлена, что в нее будет составлен протокол. Она покинула здание суда, не выполнив требования про остаться. И ушла. Какие требования остаться? Какие требования? Кто вообще, представьте? Вы кто такой? Куда я вам представлялся. У нее было судебное заседание. Вот гражданка Шикалова предоставит сведения, кто ее законно представит. Вот когда вы... 15 марта 2021 года мы возвращаемся после суда над Анной Шикаловой и решили передать небольшой презент защитникам ШИСа. Полностью согласна с их позицией, что пока что с земли ШИСа не стоит уходить, пока не убраны все следы пребывания здесь чужеродных нам северянам элементов. Держитесь, ребята, мы с вами. И что из этого? Это мой дрон. Ну вот. Чей дрон? Мой. Личный дрон. Дрон собственный. Я вам еще раз объясню. Смотрите, на дрон документов уже у вас нету сразу? Да. Ну вы же у меня не спрашиваете на ботинки документы и так далее? Нет. Смотрите, по запуску дронов у нас это и есть регламент. Да, есть правильно? Регламент. Я регламент не нарушаю. Масса его. То есть любой школьник, с детсада ребенок может летать на данном дроне спокойно, свободно, не нарушая его массу. Я же не дурак тоже. Ну, дело в том, что надпись на дроне, она не соответствует массе самого дрона, поэтому я спросил документы на него. Есть, нет? Документов с собой на него нет. Вот, я поэтому, вот почему я документы спросил. А раз на него нет документов, у вас есть какие-нибудь ваши документы? Нет, нету. Так, а вы у нас кто тогда? Для чего вам нужно это? У вас документов нет, вы же не можете предъявить. Я не обязан предъявлять вам на данный момент. Я дрон, вот смотрите, вы же даже не знаете, рабочий он, не рабочий. Он у меня лежал в сумочке аккуратненько. Только что он мне пояснял. Какая? Что синий цвет это небо, зеленый это земля. То есть земля, небо, солнце, источник жизни. И в принципе, да, то, что радует всех всегда при любых обстоятельствах, это солнце. Особенно после зимы. И настоящие это те люди, кто стоял, стоит, будет стоять за свою землю, за свои права, свободы. Вот. Вот такая красота. О, и вниз. Так, сейчас мне край надо. Давай, заводи вниз. Веревку за кирпич закинь. Вот эту? Да. На кирпич?